Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур. В сегодняшнем видео хочу поговорить о проекте Легенде. Это действительно мастодонт среди хай-проектов, инвест-проектов. Называется он Hanbo Ventures 2.0. Это просто нечто. Отработал он 470 дней в первой своей версии. Сегодня был перезапуск от Hanbo Ventures 2.0. Разберем, сколько можно зарабатывать, какие нюансы, какой маркетинг. И давайте для начала посмотрим на историю. Есть такой сайт Ashmetrix, он отслеживает разные проекты, и здесь показывается 471 день. Вот 470 дней, это год и 3 месяца он работал, сейчас произошел перезапуск, это нормальная цикличность такая. Условно произошел разрыв кассы, да, выплат больше, чем пополнений, и админ перевыпустил проект. Но по старым вкладам также обещают платить, там небольшой процент в течение 35 дней. Так вот, давайте посмотрим по поводу мониторингов. Здесь показывается статистика вкладов за все время чисто от мониторингов, от блогеров, различных там сайтов, которые занимаются хайпами. И здесь показывается, что за все время было вкладов на 4,2 миллиона долларов. И я вам скажу, что это только небольшая часть, потому что проект развивался не только, естественно, на мониторингах и много сайтов, которые не передают информацию Ashmetrix. Здесь только отображается та информация, которая связана с данным сайтом. То есть минимум 4,2 миллиона долларов здесь было проинвестировано. Вот видим, в день по 18, по 11 тысяч, по 20, по 16 тысяч долларов в день было вкладов этого проекта. Почему я не участвовал в данном направлении ранее? Если честно, побоялся. Я там узнал не со старта о нем. Помню, еще смотрел, возвращался к этому вопросу дней, когда было 200 проектов. И думаю, блин, 200 дней работает, стоит заходить, не стоит? Да, наверное, нет. Потому что я, как правило, захожу со старта в инвестиционные проекты и считаю это самой оптимальной стратегией. И после этого момента он еще дней 250-270 где-то так отработал, платил. И круг здесь был, да что-то пару недель. Сейчас вот новый маркетинг сделали. Чуть интереснее, чуть короче. Давайте сразу перейдем к нему и разберем, что как устроено. Три тарифных плана. Видим 11 рабочих дней везде. Доходность 3,2 ежедневно. 210% в конце срока, то есть это автор план называется. И 14%, как я понимаю, каждый день. Из этих всех трех тарифных планов я рекомендую обращать внимание только на первый. И я, собственно, сделаю сюда вклад $200. Минимальный депозит составляет $15, максимальный 3,5. На данный момент я рекомендую в проект инвестировать не более $500, не более. Посмотрим, как перезапуск будет развиваться, как его будут поддерживать. Но учитывая то, какие были объемы ранее, то явно здесь есть все шансы дать возможность заработать. Как минимум в начале первых там пару месяцев. А 11 рабочих дней, это у нас выходит 15 обычных дней, допустим, от с 13 по 17 это 5, с 20 по 24 еще 5, это 10 рабочих дней, и 27 это 11 рабочих дней. То есть 2 недели и 1 это выходит 15 дней всего работает вклад, из них 11 рабочих. Вот за 15 дней мы получаем 35.2% профита. Что касательно предыдущего, да, результата за вот эти 470 дней, ребята писали, мои коллеги, что им удалось минимум заработать 500% профита. То есть, к примеру, если бы у вас была там сумма вклада условно $1000, вы бы ее приумножили в 5 раз. Если бы делали реинвест, это бы еще был сложный процент и плюс рифбеки. Короче, достаточно жирно в прошлый раз ребята заработали, поэтому я этот решил не пропускать. $200, такую сумму именно выделяю, сейчас проинвестирую, покажу, как это делается. По партнерской программе вам, как всегда, возвращаю половину, это 3,5% от суммы вашего вклада. К примеру, соточку вложили, $3,5 я вам возвращаю, вам нужно написать мне в Телеграме. Контакты, ссылки найдете все в описании под этим видео. И обязательно подпишитесь на Telegram, потому что здесь вы будете получать в первую очередь информацию, в том числе и по Hanbo, и по другим направлениям, где я участвую и зарабатываю. По поводу легенды данного проекта, здесь у нас вверху ребята описывают, что основа бизнес-холдинга данного проекта – это торговые операции на самых крупных мировых лаунчпадах, да, и криптостейкингах. Как и альткоинах, так и молодых токенов, диверсифицируют и, короче, на этом всем зарабатывают. Также хочу обратить ваше внимание, количество языков доступных, да, на котором сайт работает, это просто огромное количество.
Не каждый проект может себе такое позволить. Вот видим, есть офисы различные, у них там постоянно отчеты, постоянно какие-то спонсирования различных мероприятий. Вот здесь можно посмотреть, вот новости раздел, события, и показывается там спонсор там-то, выступил там-то, открыли офис там-то, перевели сайт на тот язык. Дебетовая карта Хэнба. Короче, тут новостей просто миллионы. Я вам задолбусь все это перечислять. Как-то постепенно разберем, вникнем. Расскажу, что и как устроено. Сейчас нам нужно зарегистрироваться, сделать первый вклад, начать работать. Дальше плавненько будем усиливаться. Я нажал кнопочку регистрации. Здесь видим ваш логин, почта, пароль. Пишется, что я пригласил. Согласен с условием, нажимаем зарегистрироваться. То есть достаточно просто. После чего логин, пароль для входа. Но как только мы подключаем двухфакторную аутентификацию, от нас требует вместо пароля теперь вход от Google Authentication, вот этот код. Вы можете в настройках его подключить, это дополнительная безопасность. Либо же просто можете логин, пароль, заходить в личный кабинет. Итак, у нас видим сразу такой вот привлекающий баннер, что при реинвесте 2% бонус. Кстати, скажу, что они постоянно проводили вот подобные бонусы ранее. Поддерживали такую вот некую азартность в этом проекте. Дальше, раздел настройки, вы там прописываете кошельки, кнопочка Free Bitcoin, можно получать бесплатно сатошики, сейчас получим. Для начала давайте сделаем стейкинг. Есть куча платежных систем, вот реально их огромное количество, как и криптовалют, так и Sipire, Advanced Cash, ePay Core, Nix Money. Но мы сейчас пользуемся все криптовалютами, поэтому вот будем использовать их для пополнения баланса. Итак, в моем случае будет USDT сеть BEP20. Выбираем стейкинг, вот тарифные планы. Там, где пишется вот такие-то огромные проценты, вы даже не смотрите на это. Даже 210% не стоит. Вот рассматриваем первый тарифный план. Послушайте меня, я знаю, что говорю. Первый тариф, вот видим, он зелененьким подсвечивается, когда мы нажимаем. Сумма, прописывайте сколько хотите. С вклада $200, то я буду получать $6.4 в сутки, пассивный доход. Нажимаем создать стейкинг. У нас показывается номер кошелька, куда мне нужно перевести средства. Я перехожу в MetaMask, прописываю адрес, прописываю сумму, нажимаем «Далее». Как всегда, нужна BNB-шка для оплаты комиссии, это учитываем. Отправляем средства и дожидаемся зачисления. После того, как проходит там пару подтверждений транзакции, у нас депозиты открываются и средства начинают работать. Дальше в кнопочке раздела «Депозит» будет отображаться наш вклад. Давайте обновим страничку. Вот появился вклад, 3,2%, депозит $200, дата открытия, все четко. Здесь у нас транзакция должна обработаться. Да, выполнено, все четко. На этот адрес перевел, показывается мой адрес и батч транзакции. Теперь переходим в раздел Free Bitcoin и мы можем получать сатошики. Вот написано, что каждый день сумма этих сатошиков будет расти вплоть до 10 уровня. Нажимаем кнопочку «Запросить». И ни много ни мало 220 сатошиков вот бонусом пришло мне с данной платформы. Также здесь имеется свой токен, но об этом мы поговорим позже. По выводу на днях покажу, как все работает. Кнопочка «Вывод». Дальше мы выбираем платежку, где у нас находятся средства. Просто нажимаем «Вывести», запрашиваем вывод. Ничего сложного в этом нет. Что еще хотел сказать, это раздел «Баунти». Есть возможность заснять там видеоролик, некий отчет, либо же как вы делаете вклад, либо выводите средства, Instagram, TikTok, YouTube. И вот платят различные суммы. В зависимости от того, какой у вас канал, сколько подписчиков. Пишут не отправлять чужие видео, регламент от 7 до 10 дней, награда начисляется на баланс вашей учетной записи. Внизу есть телеграм-канал данного проекта, 37 тысяч подписчиков здесь имеется, куча новостей, куча отчетов, показываются различные мероприятия, там, может, презентации проекта, добавление новых монет, то есть, видимо, активность достаточно большая у этого канала, так что подпишитесь, чтобы отслеживать подобную информацию. Кстати, что касательно вывода средств, минималка на Pair, Advanced, Nix Money, ePay Core, там, по-моему, 25 центов сделали, а на USDT-шку в TRC-20, BEP-20, там, BUSD, $3 минималка на вывод составляет в этом проекте. Так что вот такие дела. Я считаю, достойный, интересный проект, несмотря на то, что перезапуск, есть все шансы хорошо отработать. Посмотрим, как будет. Никто никогда не знает, как отработает тот или иной проект. Как видим, я в первый раз ошибся, ждал, что вот-вот да закроется, да 200 дней, да там еще сколько-то работает, поздно-поздно, он берет, работает, платит и платит. То есть, такие админы редко попадаются, но метко. Поэтому второй раз я не пропускаю, зарабатываю
Посмотрим, что с этого выйдет. Если вам интересно, присоединяйтесь, все ссылки в описании. Проект считаю достойным. Видим, почти 1 000 000 регистраций имеется за год и 3 месяца. На этом все, друзья. До скорых встреч. Пока.